Привет! Рада представить вам новую коллекцию кукол Ever After High, серия, которая называется «Зеркальный пляж». Три подружки, Мэдлин Хэттер, Эшлин Элла и Эппл Уайт, отправляются на пляж отдохнуть на берегу возле невероятно красивого озера. Ну что ж, давайте посмотрим, что же они надели. Наследница Золушки в этой серии выглядит нежно и празднично. У нее чуть смягченный макияж из Дня Наследия, а также простая, но очень красивая прическа. Волосы слегка уложены и распущены по плечам. Очень наряден голубой купальник с цветочными узорами и розовое цветочное ожерелье. Торжественности облику добавляют рюши из прозрачного с золотом материала и такая же юбочка. Интересны полупрозрачные розовые босоножки девушки, традиционно напоминающие хрусталь. И заключающим образ аксессуаром Эшлин являются очки. Они розового цвета, украшены цветочками и отлично сочетаются с ее цветочным ожерельем и хрустальными цветочными босоножками. Знаешь, Эшлин, я думаю, что тебе будет очень тяжело ходить по песку на пляже в твоих высоких хрустальных туфельках. Да, Мэдлин, ты, конечно, права, но они очень хорошо подходят под мой образ, мои очки и мое цветочное ожерелье, и поменять я их уже не смогу. Ну что ж, ладно, Эшлин, пойдем. Серия «Зеркальный пляж» обязательно разнообразит вашу коллекцию кукол Ever After High. А у меня на сегодня все. Я прощаюсь с вами. До свидания.